Я приветствую это огромное красивое биеннале, которое состоялось у нас сейчас в Фабриано в Италии. Это прекрасный момент, где очень много прекрасных художников, красивых живописцев, акварелистов. Это много друзей, много общений. Очень творческая и энергетическая среда. Мы все счастливы общаться, смотреть друг друга работы. Великолепная просто выставка. Мы все рады, счастливы. Я всех поздравляю. Ура! Ура!